Итак, скажите мне, пожалуйста, дорогие ребята, когда было организовано акционерное общество «Чистый город»? В 2004 году. Молодцы. А скажите мне, пожалуйста, чем занимается наше предприятие? Уборка города от мусора. Так, вывоз мёртвых бытовых отходов. Да, совершенно верно. А скажите мне, пожалуйста, а что вы представляете под словом «мусор»? Что это такое? Как вы считаете, что такое мусор? Ненужные отходы и разносырьё. Пищевые отходы, ненужная макулатура. Угу. Тогда следующий вопрос. А что надо с мусором делать? Только его собирать и увозить на полигон, или можно с ним что-то еще делать? Перерабатывать. А для чего? Чтобы делать вторичные предметы.